Всем привет, ребята! Это Pioneer Drive, и это 21-й день. В прошлом выпуске мы впервые сошли с ума. Нам стало немножечко плохо. И сейчас я даже... Наверное, каждый раз с этого выпуска начинается. Но как-то, слушайте, темнеет быстрее. А, это потому что ночь. Лол. Окей. У меня нет ключей. Ничего такого. В прошлый раз мы гонялись за шкатулкой. Это было, кстати, очень мило. Мне понравилась эта часть. Пугало. Судя по записке, мы можем ждать теперь везде. Даже вот свет включу немножко. Мне очень интересно, когда мы наконец-то найдем какой-нибудь подвал, чтобы в кои-то веки... Давайте посмотрим на дождик, пока у нас темнее. Это все равно никакие триггеры не срабатывают, насколько я заметила. Днем. Мне очень интересно. Ой. Блин, я сбилась с мысли. Это шикарно. Ладно. Простите. Я немножко сбилась с мысли. В общем, хотелось бы на самом деле найти какой-нибудь подвал и включить наконец-то освещение в доме, потому что оно достаточно грустное. Что-нибудь сделаешь? Ну, кстати, часы пробили. А сколько часов показывает? Не, ну время идет. Во всяком случае. Время идет. Хорошо. Так. Хорош. Сейчас ночка. Так что... Я не знаю, куда бежать, ребят. Я не знаю, куда бежать. Сейчас так... Посмотрим, потыкаем везде, где можно. Мне вот говорили, что все прямо осматриваю. И статуи. Но эта статуя банальная, она все одно и то же делает. Вот эта вот статуя, может быть, что-то сделает. Ну, как статуя. Украшение. Декор. Пианино. Ничего не делает. Не. Ладно, пойдем по комнатам. Будем смотреть на все потихонечку. Дверь заперта. Черт его знает, где и что можно найти. У нас такой большой дом теперь. Очень-очень много всего. Клоун опять будет нас пугать сегодня ночью. Как бы его нет на месте, как мы видим. Отлично. Перешли в эту часть дома. Здесь обычно всякая дичь происходит. В прошлый раз нас заперли. Ой, блин. Статуя, такое ощущение, что еще ближе стоит. Лол. А вот это впервые было. Хорошо. Я же говорю, криповая статуя, я ей не доверяю. Мне чуть-чуть менталочку просаживают, так, знаете. Любовно. Нежно. Пока вот нигде ничего не видно, не слышно. Кстати, вот эти маски могут что-нибудь сделать? Я, правда, фонарик так жгу, просто ужасно жгу фонарь. Аж обидно. Так. Я вам, кстати, наверное, объясню, почему я постоянно не чекаю часы. Потому что у меня с детства, у меня какой-то тупизм. Я просто... По-моему, они на других, да? Слишком быстро идут часы.
Потому что я с детства очень... Вот у меня какой-то тупняк всегда. То есть мне сразу же надо отсчитывать. Ага, вот это 12, это 1, 2, 3. То есть я не знаю, почему такое происходит. Я понимаю, что 12, 15, 30, да, 45 и так далее. Я понимаю все прекрасно, но у меня почему-то в мозгах должно вот прям щелкнуть. Что вот оно так. Вот я каждый раз вспоминаю заново. Это очень странно. Мне это не очень нравится. Так. Ну, все они показывают хотя бы одно и то же время. В комнате с часами все еще есть закрытая дверь. Хорошо, Она прям на меня смотрела. Глазками своими. Класс. Мы доживем до конца этой ночи? Я не хочу сойти с ума раньше времени. Что опять персонажу хреново? Чем она меня пугает? Какая ей от этого выгода? Блин, шли наверх, пошли вниз. Ну да, и фонарик кончился. Прекрасно же. Вот этот вот гул, от него болит голова. И вот честно, когда заканчиваю летсплей, прям облегчение, что, ну, выпуск закончился наконец-то, и что можно просто выключить игру и отдохнуть немножко в голове, потому что возле дома кто-то есть, нужно проверить. Хорошо. И вот прям, да, вот прям давит и давит. Гул, 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 гул. Бесконечный, бесконечный гул. Кто возле дома есть? А! И еще один нюанс. Возле какого из входов? Это, блин, важно в этой игре. Понять по улице. Видимо, около главного входа. Нас кто-то будет ждать. Так, только надо, чтобы фонарик откатился. Давайте подождем чуть-чуть, потому что мы сейчас за угол завернем, и там уже будет кто-то. Дед. О, можно идти. Кто у меня перед домом? Было помощнее фонарика, я бы увидела это раньше, чем меня. А? Может быть, имеется в виду перед воротами дома? Или как мне надо поступить, чтобы стриггерить это? Не говорить, что я все сломала из-за того, что я вышла не перед тем входом. Так, окей, окей. Мы зайдем в дом. Я уже и забыла, блин, что там зажгла свечи, стрёмно. Мы выйдем из дома. Что-то сломалось? К тому выходу я так быстро не дойду. Камон. У меня что-то должно быть на улице. И почему я этого не вижу?
А может быть, к той статуе надо? Или к пугалу? А где пугало, кстати? Где-то тут должно быть. Оу. Где пугало? Я больше не вижу пугало. Чёрт. Может быть, оно уже в доме? Я помню, что его вот так было видно. А, или вот он. Пустое. И ключа рядом нет. Больше нет. Давайте еще раз пройдемся по улице. Потому что оно могло куда-то переместиться. Надеюсь, я ошибаюсь, но у меня ощущение, что пугало стоял в другом месте. Нужно еще раз осмотреть его. В каком другом месте? Почему ты только сейчас на это отреагировал? Пугало стояло здесь. Вот здесь. Ах, ключ вижу. Лол. А вот пока триггера не было. Понимаете, да? Вот этим эта игра грешит. Блин, войди. Этим эта игра грешит. И это очень-очень грустно. Именно вот этот ее момент. Почему она так себя ведет часто? То самое чувство, что у меня... что у меня на пантографе висит ленточка от давнего-давнего тортика. И, собственно, я... Как бы это сказать? Вижу в отражении ноутбука, так как он у меня глянцевый экран имеет, как периодически что-то, знаете, вот прям находит на монитор. Я такая, чё? Что это у меня еще в жизни там движется или в игре? А, это всего лишь ленточка. А, классно, платье. Всегда мечтала в такую комнату попасть в этой игре. В принципе, как и... О, боже мой. Мне конец, да? Сейчас что-то произойдет. Пожалуйста, свет. Зачем мы здесь открыли комнату? А, вот записка. Линда не в силах выносить все это. Она хочет уехать. Мы хотели покинуть дом, но не смогли завести машину. Придется остаться здесь еще на один день. Оу. Но я думаю, что с этими платьями что-то нас должно связывать по-любому. Но не может так, чтобы это было вообще в ноль, правильно? Вообще в этой игре именно что вот обидно, то что вот такие моменты как раз таки, они как-то вот странно проработаны. Не, я понимаю, что теперь нас будет пугать пугало. Я не против, в принципе, этого. Давайте, кстати, при свете дня осмотрим то место. Уж очень интересно. Хорошо, что оно не сломалось. Как помните, в прошлом, одном из прошлых выпусков у меня сломался ключик. Что пришлось перезапускать уровень. Вот, поэтому я очень рада этому. Но единственное, что вот мы отошли
И только тогда триггер сработал. После того, как он фразу это сказал, пока я уже начала разворачиваться. Прям на месте, будто бы он этого не заметил. Кстати, пугало на месте. Ладно. Это просто вот это именно. Такие вот мелочи, они выбивают из настроения игры. Так-то она вроде и пытается, и атмосфера, и так далее. Еще пока что на данный момент непонятно, почему все такое свежее, все такое ухоже. Опа! Лол! Оно ушло просто при мне. Оно просто ушло в дом. Это прикольно. Прикольный момент. Все продукты с... Все продукты свежие. Да что ж с тобой такое? Все продукты свежие, все такое сочное. Единственное, что периодически... Я не понимаю, что это значит. Это может быть значит, что что-то вот в реальность периодически мы перемещаемся или нет. Но вот то, что... мы видим иногда гниль, да? Хотя мы не видим ее все остальное время. Класс. Так, мне нужно найти ту комнату с платьями. Я не помню, какая из них была ею. Но, наверное, вот сюда. Вместо платья сейчас должен стоять просто какой-нибудь пугало как раз. О! Пришли сюда. Еще очень спорно, если это комната. Ой. Если это комната из тех, где даже вот нет никаких спичек и прочего. Ну что это такое? Ну обидно же. Вот здесь еще всякие сундучки стоят. Здесь можно же было что-то запихнуть в эти комнатки. Заперто. В общем, мы ищем что-то в очередной раз. Так, это обратно проход. Вот в эту комнату. Че там так светло? Самое интересное, что чем дольше я буду ходить по дому, тем скорее всего я наткнусь на это пугало. И черт его знает, сколько оно ментального здоровья нам будет стоить. Пока персонаж ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знает. Так, здесь мы все осмотрели в этой части дома. Поэтому можем переходить в куда-нибудь другое место. Ой. Чё? Я не подходила к нему. Ну, видимо, случайно подошла. Блин. Привет. Сегодня он пока что сидит на месте. Это хорошо. Блин, обалдеть, я записываю, у меня такое солнышко светит. Узнали, прям так, прям уютно, что ли. Вот в такую погоду прям отлично, знаете, записывать хорроры. Потому что тебе, ну, не то, чтобы не страшно. Ну, во всяком случае, вот именно, что уютнее немножко. Приятнее это делать, чем в другое время.
Блин, когда сработает хоть один триггер? Где пугало? Мне там осталось всего лишь второй этаж, блин, чекнуть и переходку. А, ну, там другая зона второго этажа. Это все. Ой, куда я пошла? А, вот. Где ты? Ну, здесь, может? Нет, пока, да? Не знаю я, где кто. Блин, не видно ничего же. Что за жизнь? Так лучше не стало. Ванная. В детских, что ли, торчит? Не. Ну, пугало — это единственная моя зацепка хоть за что-то в этих помещениях. Думаю, мне стоит вернуться в комнату с телевизором. Как вам это, а? А, мы ж только что там были, но почему именно сейчас? Ну, объясните мне, пожалуйста. Вот где она была, я уже не помню. Что это было? Я ничего не увидела. Ну, комната с телевизором, так комната с телевизором. Сюда, может? Я просто реально уже не помню. Ну, класс теперь. Привет. Прям ведет меня, смотрите. Ну что такое? Что меня ждет в комнате с телевизором? Телек не работает. Но свечи, блин, я случайно это потушила. Что, что, что здесь? Не понимаю, не знаю. Пойдемте дальше. Я, кстати, не помню. Ой! Да ладно. Они меня ведут? Слушайте, как приятно по освещенному дому ходить. Класс. Так, и куда? О май гад. Куда теперь? Сюда? Да. Ой, вот бы так всегда было. Блин, фонарик еще этот отключается постоянно. Ну-ка. Мне, конечно, сейчас не очень-то и нужен. Куда меня ты ведешь? Игра. Выше? Или нет? Нет. Она ведет меня сюда. Нет. Вот сюда? Не похоже на то.
А! Нет, стоп. Вот сюда? Мы отсюда пришли по этим светильникам. А! Господи. Что я ключа и не заметила после света, лол. Теоретически, хорошо. Допустим, предположим. Может быть, это от этой? Нет. По идее, дверь должна быть где-то здесь. Где-то близко. Я чувствую это. Скорее всего. Класс. Минус менталочка. Хотя, скорее всего, это ложь. Мы, блин, кстати, там проходили, и нифига ты не решала нас пугать. Играет, кстати, периодически какая-то то ли музычка, то ли еще чего. Интересно, откуда оно? Так, нет, это назад, нам туда не надо. Нужно дальше. Что, внизу пройдемся пока что? Пока у нас свет везде горит. Хотя бы. Опа! Ой, записочка. Ой, батареечки. Скотина. Чуть не ругнулась. Записка. Никто из нас не спал этой ночью. Шум в доме становится все хуже. Ну, слушайте, игра прям... Последнее время она старается меня напугать. Я даже начала вскрикивать, поэтому... Это прикольно. Это интересно. Но 23-й день мы уже, как вы понимаете, пройдем в следующий раз. У нас сохранилась игра, и я... Что такое за урчание какое-то? Боже мой, даже не хочу представлять, что там будет у нас в этом дне. Окей. Продолжим в следующий раз, но вы подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилось и было интересно, и давайте все обсудим в комментариях. Всем пока-пока и до встречи!